В торговом центре «Форум» открыли временный офис МФЦ. Он будет работать, пока в отделениях Ленинского округа идет ремонт. Какие услуги предлагают специалисты, расскажет Елена Громадчикова. Отделение МФЦ по Ленинскому округу закрылось на капитальный ремонт, который должен завершиться в августе. Но без цифровых услуг жители столицы Заполярья не останутся. Документы можно оформить в отделении, которое открыли на первом этаже торгового центра «Форум». Раньше такое я видел только в Москве, ну или в крупных городах, что вот в торговых центрах открывают отделение МФЦ. На самом деле расположение очень удобное. Вот знаем, что от ремонта, ну, из-за ремонта в Ленинском районе сюда перевели специалистов. И ну, впечатление самое хорошее, потому что ну, приятно видеть, что когда в такой инфраструктуре с таким ремонтом открывается новый МФЦ. Больше 15 лет Евгений занимается оформлением различной рабочей документации. Практически это его ежедневный труд. Житель Мурманска отметил, что в МФЦ работают компетентные и отзывчивые люди. К тому же власти постоянно совершенствуют процесс обслуживания. В этом году планируется проведение капитального ремонта двух отделений областного многофункционального центра, это в Ленинском и в Первомайском округах. При проведении ремонта планируется обновление зала ожидания, интерьера зала ожидания, планируется обновление детского уголка, мест приема заявителей. Например, количество окон для приема граждан увеличится с 22 до 26, что положительно скажется на доступности и качестве услуг. Что касается отделения в торговом центре, то и здесь есть преимущества. Плюс здесь есть транспортная доступность, и плюс в том, что граждане, которые посещают торговый центр, попутно, приходя за покупками, могут получить услуги. Либо, наоборот, пришли за услугами, прошлись по магазинам, приобрели требуемые товары и отправились домой. В «Форуме» оказывается весь спектр услуг, кроме паспортного учета, миграционного и регистрационного. Это те услуги, которые территориально привязаны к отделу миграционной службы Ленинского округа. Их можно получить в отделении на Комсомольской, 10.